школе станицы Калужской состоялся сход граждан. Встреча началась с отчетного доклада за первое полугодие 2022 года. Отсыпаны и отпрогрессированы дороги, расчищены кюветы. Выполнены работы по обрезке деревьев, отремонтировано уличное освещение. Для качественного водоснабжения жителей приобрели погружной насос и автоматику. Постоянно ведутся работы по благоустройству и наведению санитарного порядка. Значимым событием 2022 года стало открытие станицы Калужской офиса врача общей практики. Огромная благодарность нашему району, губернатору Краснодарского края за строительство социально значимого объекта. После отчета жители задали вопросы о качестве электроснабжения, водоснабжения и благоустройстве. Присутствующие в зале специалисты и представители администрации дали необходимые разъяснения. Некоторые вопросы взяли на контроль и дальнейшую проработку.